Добрый вечер, друзья. Мы сегодня находимся в роскошной гостинице «Корстон». Сегодня здесь проходит яркое праздничное мероприятие «Top Russian Beauties». Это конкурс красоты. Вот уже звезды к нам подъехали, которые будут здесь выступать. Атмосфера очень праздничная, уютная. Итак, hello, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Экунава. А вы сегодня поете здесь? Да, да, конечно. А надолго ли вы в гости в Москву приехали? Короче, я здесь живу между Россией и Нигерией. Я сам из Нигерии. Я живу здесь пока и в Нигерии тоже. А вам нравится в Москве? Да, конечно. А какие песни вы поете? Поп? Да, поп и рэп считаю тоже. И поп, и рэп, да? Сегодня в мероприятии участвуете? Да, конечно. А вы музыку сами сочиняете? Да, я сам все сделаю. А в Нигерии поете тоже? Конечно. А в каких мероприятиях планируете в будущем участвовать? А если честно, все возможно. Все мероприятия, которые возможны, я могу все. Хорошо, значит, будем держать с вами связь. Обязательно еще увидимся. Вам отличного вечера. Спасибо за интервью. Спасибо, до свидания.